Мы с вами отработаем двоечку. Что такое двоечка? Двоечка – это серия, которая состоит из двух одиночных ударов. Левого прямого и правого прямого. Левый прямой, правый прямой. Левый прямой, правый прямой. Левый прямой, правый прямой. Не торопимся. Мы делаем небольшой шаг вперед, когда мы бьем левый прямой. Сделали шаг. После того, как мы ударили, мы вернулись назад. Так же самое мы сразу наносим правый прямой, делаем небольшой шажок и возвращаемся назад. Раз и исходно. Раз и исходно. Еще раз показываю. Раз и исходно. Раз и исходно. Это отработка на месте. В движении двоечку мы отрабатываем немножко по-другому. Во время движения вы отрабатываете левый прямой и делаете шаг вперед. Не забываем, докрутили все полностью. После этого мы возвращаем назад, но не возвращаем ногу назад. При этом мы возвращаем, делаем подшаг правой ножкой. И возвращаемся в исходную. Еще раз. Шаг-удар, разворот, подшаг-удар. И исходная болевая позиция. Дальше. Удар боковой ножки в голову. Бьется в принципе так же самое, как и прямой удар ножкой, за исключением того, что удар идет сбоку. Так же самое мы поднимаем коленочку, докручиваем ножку и наносим удар. И возвращаемся в исходную. Коленочка, поворот, удар. И исходная болевая позиция. Так же самое. Подняли, доворот, удар. И исходная болевая позиция. Подняли, доворот и удар. И исходная боевая позиция. Внимательно смотрим. Подняли, доворот, удар. Подняли, доворот, удар. И исходная боевая позиция. Левый прямой. Мы становимся в исходную боевую позицию. Здесь главное технически правильно выполненное действие. Мы просто выпрямляем ручку. Все. Я не наношу ни удара, абсолютно ничего. Просто выпрямляем ручку. Просто выпрямляем ручку. Этого достаточно. Если вы захотите удар более жесткий, то вы уже делаете подшаг. Жесткий подшаг. Вот. Все. Я не делаю никаких ни замахов, ничего. Мы просто встали. Все. Этого достаточно, чтобы противнику было неприятно.